Мэр курорта напомнил о реализации постановления правительства об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения. Согласно постановлению, каждый гость должен быть известен. Он заселился в объект размещения. Немедленно информация о его размещении или заселении в гостиницу, отель должна быть передана в полицию. Вот что мы хотим? Поставить комплексы в каждой гостинице, в каждом отеле. Систему, то есть сканирование, быстрого сканирования паспортов. Мы приняли решение антитеррористической комиссии, что все средства размещения должны именно создать эту систему и передавать. Подобная система «Гость» действовала еще в советское время. Каждый турист должен был легализовать себя в миграционной службе. Вениамин Кондратьев отметил, что она и сегодня необходима курортным городам. Это, во-первых, тема необходимая с точки зрения безопасности, это раз. А второе, если мы сегодня будем говорить о качественном сборе курортного сбора, то, по большому счету, вот это и есть система учета и понимания того, сколько зарегистрировалось, сколько можем мы собрать. Вот это подготовьте всю необходимую, как бы здесь, документацию с точки зрения, как это реально запустить. И тогда мы это все обсудим, и, коллеги, не надо ничего ждать, надо просто брать и запускать эту систему «Гость». Анатолий Пахомов отметил, что с 1 июня полиция увеличит количество рейдов по гостиницам, ну а согласно букве закона, штраф за одного незарегистрированного гостя на юридическое лицо – 700 тысяч рублей. В разы больше, нежели затраты на установку оборудования, которое пригодится и при взимании курортного сбора.